Так, ну давай с самого начала я заспавню машинку. Вот эта справа, она была набита строителей, так что это просто такая. Вот это именно, она Ты дрифтерская. скопировал, да, значит? Ну, типа, да, просто мне интересно было. Только она полностью переделана в плане механизмов. Ой, блин. Что такое? Тут летающая машина. Только не Да. это. Там сзади у нее еще красная видно. Ой, блин. Ну Ладно. ладно, это супер какая-то машина. Она ехать не может. А, пристань. Чуть не задавил. Да. Это такая дрифтерская тоже. С буханками хлеба впереди. Да, это мотор, типа. Из Кстати, у хлеба. меня дым появляется. А где это? Это дым? Что там с... Ой. Кстати, тут турбина еще вроде как. Вот У нас тут получается, нет дыма дыма нету, никакого. включаешь и есть дым. Лол. Ой. Ловил. А зачем дым-то? Просто так. Она умеет дрифтить. Ну да, она изначально супер В дрифтовая. салоне рисовую. Да, ну так. Всех. Она очень быстро гонять может. Дальше. О! Да, дальше. Так, давай теперь своих этих моих. Фу -фу 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 -фу. А почему ты их раньше не показывал? А я хотела, я тебе писал, но ты что-то не это. Нет, когда мы снимали с тобой все постройки. А я их еще не построил в то время. Давай, и Фокси залезай, а я Фредди. Стоп, кто Фокси, Там кто на Фокси. Фредди? Фокси, который красный. Куда Есть. нажимать, чтобы зайти? Стой, стой, Там стой. теле за спинки, в спины, в Вот тут я спине. сделал полупрозрачным, но ты А, вижу. простер ставишь. Фокси это на английском лис, а Фредди типа медведь. Ну, я лечу. Это багованно немного там. Так, все, я залетел. Чё ты? Залить Покажи, джетпак где с меня. поставить тортик. Ты поставил тортик? Сейчас. Поставил. Прыгаю. Так, ну подпрыгни. Ты можешь ходить. О, теперь зажми кнопку, которая на этом. На запилке. Зачем? Зажми, это буст. А! Я понял. Лол. Ой. Так. Получается, что он умеет? Он умеет летать? Летать тоже умеет. У него есть ускорение, он может двигать руками, так, ногами не может, и может еще ускоряться. Да. Так, также у него есть еще одна функция. Сейчас. Если взять донатерский джетпак за 250 робоксов, то можно летать. Да. Сейчас попробую тебя врезаться. Я могу взять донатерскую эту, и будет еще лучше. А, ракету? Так, да. Хех. Вообще могу высоко летать? А почему Да твой такой не. более живой? Что? Стой! А почему твой такой более живой? Ой, ты куда? Ой, а я куда? А где я? А почему? Куда я улетел? А дай мне Если я. Фредди. Фредди мне дай. А, да хорошо. Ну, я еще хочу сделать что-то по типу карты из ФНАФа, только немного другое. Какой части? А можешь загрузить? Это VHS будет FNAF. Ну, то бишь фанатский, можно сказать, FNAF. Я понял. Файл Уолтона. Там есть подвал, и его за ним нужно будет смотреть. Там он более страшный, чем FNAF. Так, теперь тогда ты залазь в этот, в этого, Фредди. Ой, да. Перепутал. Там можно, да, заходить тоже? Да, там то же самое. Я с Один, этим один. джетпаком постоянно хожу, и мне неудобно. А Я у чё у тебя меня на тут? шапке посижу. Так, поставил? Да, я готов. На шапочке. Я Оп. готов. А, стой, нет! Поехали. Сейчас съем конфету. Твой просто руками двигает именно, прям жестко. Если ты зажмешь, у него просто ракета на руках. У тебя нету задержки? У кого? У тебя. Нет. Просто то, что я сел у тебя на голове. У тебя может быть задержка в управлении. О! А чё он так руками махает? А, да, так там, я же сказал, на руках ракеты. О, это так можно драться. Да Да. боксерский этот, Фредди. Можно так сказать. У него в оригинале нету этих перчаток, но Ну, я их взял. ради интереса Прикольно. добавил. Не, стой, я сейчас сделаю. Я сейчас прозрачность выключу, ты посмотри. Посмотри на руки на его. А, вижу, там динамита много. Да. Вот эту руку останавливаю. А как это его взрывать? Его только Это поджечь PvP же можно. нужно. Ну да. ПВП включи. Я помню, я на PvP с другом когда. Мне нужно руки свои поджарить. Да. К сожалению. А я пойду лучше эту машинку там взорву какую-нибудь. Откройте! Ладно, придется у тебя, Фокси.
А как мне себя поджечь? А, я шапку поджег. Горящий Фредди. Горящий Фредди. Жареный медведь. У него бровей нету больше. Нет. А как мне взорвать динамит-то? Это такие вопросы, я не знаю как. Только себе этот можно брови поджечь и все. Да, это да. Так, а ты хочешь еще что-нибудь показать? Ну, у меня так-то ничего больше нет. Ну, я могу показать. У меня много построек. А, ну да, ты тоже хотел показывать, но... Сейчас я скоро приду, подождите. Ну, раз как, вот как раз я покажу свои постройки. Ну, хорошо, давай. Только... А, Фредди убрать надо. Ну что, ресетнись. Нет, я знаю, но тут Фредди стоит. Что с ним делать? Так, я тут, вы постройки смотрите? Сейчас буду показывать свои. Давай, покажу. Сейчас... Пристон будет свои показывать. Поехали. Где? Так, все, начинаем? Да. Начинаем? А, ух, ты вылетел. А, так, все, я тут, я готов смотреть постройки. Давай с трактора начнем. Ой, это что? Боевой трактор. Я думал, это у тебя будет такой мой трактор. Это не трактор. Это что-то не тракторовое. Где вход? Слушай, ты не залезешь, ты не поместишься. Че, я большой, что ли? На красную кнопку открыли дверь. Так, а, тут дверь открывается даже? Я думал, надо будет проходить как-то. Но теперь нужно построен. Заходи. Таюсь. Все, левая кнопка закрывает дверь, правая кнопка включает пулемет. Так, правая, ой. Так, левая кнопка открывает дверь и закрывает. Правая кнопка включает пулемет. Да. Ты, получается, с видео этот, с Мишаней, да, делал? Зэга. Ну, Зэк, помнишь, был у Мишани? Ну да, я видел. Я просто увидел, что там пули тоже такая была, трактор, и я решил построить. Так, а как стрелять пушками? На, вот, вижу. Так, у него вращается башня, не может стрелять пушками. Открывается и закрывается дверь. Я его вообще строил типа против зомби-апокалипсиса. А там еще что за стоит база, так сказать? А, это просто типа, чтобы никто не мог пробраться на базу. Что здесь есть... Кнопка где? А, там... Рычаг, который... Он-то все равно закрывается само через 10 секунд. А, ну вот я выехал, и оно сейчас должно закрыться, да? Да. Хотя оно трактор настолько медленный, что он как будто стоит на месте. Это и есть остановка. Ладно, я заезжаю тогда. Остановись и резко едь вперед. А, я просто скорость поставил. Так. Еще есть у меня военная лодка. Военная лодка? Да. Откуда? Из одной игры в Роблоксе. Войнушка. Про кораблики? Да. Я в эту тоже играл. Там Япония против США, да? Да. Там вот такая тоже, я помню, торпедой управлял. Я только чуть-чуть переделал кабину, потому что мне как-то не нравилось. Так, ну дайте я посмотрю. Вот, да, вот оно вот. Такая торпеда так себе работает. Что надо нажимать? На F. Дальше. Только торпеда поломана. А как на... Ой, блин, она может взорваться? С торпедой. Это торпеда. Оно может взорваться? Наверное, не знаю. Взорвется, это, наверное. Это типа лодка Японии? Не знаю, нет. Торпеда, но она не взрывается. Ой, эта торпеда умеешь по стенам ехать. А если ехать вперед, то ты тимишься очень быстро. Плохо, что не Японии. Была бы Япония, я бы так сделал. А, убери! Давай. Так, он может ехать по стенам. Управлять и передней пушкой. По-моему, на... Короче, поищу управление. Я не помню. Ну, я могу поискать, конечно. Так, он может плыть. Ну, и все. На F камеру запускаешь пушки и... Да, и там еще ее можно вращать, вот. И стрелять, наверное, тоже можно. По-моему, на B или на V. Сейчас посмотрю. F, B. Так, стрелять он может. А у тебя что там сзади? Место? Подвинемся. А! Нет! Возьми управление на себя. Я попытаюсь. Нет, не получится. Мы умерли. Не добежали. Можешь заново загрузить? Конечно. Зато там технические шоколадки были. А почему торпеда в небе летает? Потому что если она будет стоять рядом с тем местом, она просто прицепится к лодке. Так, ну, стрелять может тоже. У тебя, кстати, сама наводка. У тебя к глазу прицеплена. А, вижу. Это бумажка. А нет, то есть лед. Ой, из стекло. Так, ну я не понимаю. А на ракете есть динамит? Ой, то есть там. Нет, я могу выключить. О, вот так. Ой. Вот. Работает. Стой, можешь туда поставить динамит? Сейчас, хорошо. Динамит. И привязать мне его на какую-то клавишу.
Сейчас. Не динамит надо впереди. Давай на S. Впереди торпеды нужно поставить. А стой, заново загрузи, а то тут прозрачности. Ой, тут прозрачности нет. Можешь заново загрузить? Конечно, сейчас. Вы не застряли там? Нет. Ой, я на динамите. На динамите поднимусь. Так, и привяжи мне его вон туда, на какую-нибудь клавишу. На S привязал. Хорошо, все, поехали. Так, сейчас я Козлису напишу. Берите динамит, кто-то поставил больше. Так, сейчас я Козлису, подождите, напишу, думаю, изоляцию выключу. Так, я управлять буду тогда. Нам в какую команду ехать хотим, делаю? Да, я сейчас ему напишу, выключи ПВП. Вы меня забыли. Ой, то есть... Вы меня забыли. Ты пока за ним заедь, а я пока до него достучусь. А, окей. Я в них устрелю. Меня забыли, стойте, высадка. Прям ровно, да? Да. Так, я тогда включаю ПВП. Ты тоже, все включаем ПВП. Давайте. Поехали. Так, давайте, let's go. Стоп. Надо что-то загрузить, наверное, да? Взорвать. Это что же здесь было за восстание? Так, как опустить как ракету? Сложно управлять этой на телефоне. О, дверь откройте, это торпеда. Сейчас, изоляцию пусть выключат. А на ней и сложно ехать немножко. Побыстрее бы скорость колеса сделать. О, ко мне подъедьте, ко мне. Это не колесо, это... К торпеде назад, едьте к торпеде, которая там вертится. Он тимится к торпеде, подъедьте, он тимится. Заходите ко мне. Какой сюда? Ко мне, к торпеде, я сзади. А, ты сзади? Где? Вон, не видишь маленькую плюшку? Я вижу. Плюшку. К плюшке подъезжай. Вон. Что за самоуничтожение? Поехали на базу. Японский больше. На нашу? Да, не на чужую же. Ну понял. А как это? На чужие. Торпедой взрывать что-то. На S нажми. Ну я знаю, но торпеды уже нету. О, давай лучше дальше. А что это с тобой? У тебя обезьяна смотрит в этот скло. Нет, я не хотел. Давайте быстро эвакуация. Прыгаем. Давайте дальше. Тут у всех на сервере по режиму. А почему? Ладно, меня обратно засунуло. Что еще показать? Блин, ну у меня есть постройка, которая не моя, зарубежного ютубера. Покажи. Такой мать, покажи. Нет, я ее показывать не буду. Хорошо, давай тогда. Еще что-нибудь покажем. Есть